Всем привет, с вами Штопор, мы продолжаем выживать в игре Project Zomboid. У нас по плану, собственно говоря, достроить забор сегодня. Это все дело я буду записывать так или иначе. Так, съесть полностью, давай ешь полностью. Вот, прекрасно. Достроить забор, это момент... Первый. Как только я дострою забор, нужно будет расширять дом наш. Вот. Скорее всего, я буду делать даже не пристройку, а нечто иное. Ну, посмотрю. Возможно, даже отдельное строение какое-то, так как с крышами здесь проблема в Зомбоиде. Крыши не починили, они чисто косметические. Вот, кстати, по поводу крыш, когда самое первое прохождение было, предлагали мне через крышу залезть в этот... вооружейный магазин. Вот, тоже, ну, не совсем честная тема. Не совсем честная. Ну, да ладно. Так. Так. Хватит. Это мы заберем потом. Так, тут нет граждан. Построить. Давай дальше стену. Стена из бревен. Жалко, нельзя вот эти вот все вещи в очередь ставить. А может и можно, но я не знаю реально как. Если кто знает, то подскажите. Во. Так. Ну, тут я все уже выбрал. Так, так, так. Че, пилим? А больше ничего не остается. В обе руки. Давай. Ну, бензопила, эта тема прикольная, но она не продумана. Почему с топором можно, вот, ну, используя меню вот это дополнительное, как-то с деревом взаимодействовать, блин, уже заговариваюсь. А здесь вот надо махать еще... Хрен попадешь по нему. То есть не совсем продумано это все дело. Но тем не менее. И в таком формате мод на бензопилу очень даже ничего, я бы сказал. Очень даже ничего. По той простой причине, что экономит очень много времени и сил. Так. Давай здесь сразу попилим. Пили мы здесь, потому что не хочет. Ну окей, не хочешь, как хочешь. Так, снять, конечно же, это все дело.
Так, давай, бери вот это вот в обе руки. Вот это скидывай сюда. Это скидывай в рюкзачок. И продолжим. Так. Бревна. Да, конечно, перегруз очень так хорошо чувствуется. На самом деле. Это несколько огорчает. Нам сейчас по 20 бревен таскать, и все будет норм. 5 стенок. Меня это лично устраивает. По 3 бревна я бы носил очень и очень долго на самом деле, потому что я знаю, уже строил. Так. Все равно долго. На этом заборе, я думаю, мы прокачаем по максимуму строительство. Вот как раз-таки с помощью забора и никак иначе. Тут, вероятнее, придется вот чисто за счет строительства чего-то делать. Потом ветки эти собирать. Ну, в любом случае, если сейчас у нас не будет хватать веревок, ветки нам придется собирать. Кусты эти вырубать. Так, сдвинуться с места трудно тебе. Это хреново. Надо, кстати, посмотреть эту штуку с прокачкой силы. Извиняюсь. Там штангу, по-моему, делать можно было. Блин, вот бревна и закончились. Досок, конечно, у нас много. Ну, как много, относительно много, но из них я делать пока ничего не буду. Так, построить стену. Из них я буду строить дом. И потому я их сразу напилил. Потому что я знаю, по факту, лучше пусть оно здесь будет, на месте. Вот где-то до вот этого куста нам надо доделать. Ну, 5 штук еще этих. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать следующее. Заправить бензопилу. И прям вот отсюда, даже нет, не отсюда, отсюда я буду
Потом мне надо все-таки вот эту вот часть разрабатывать. А все почему? Потому что здесь у меня будет уже другие ворота. Ворота, вернее. Я уже заговариваюсь. Это, наверное, третья серия за сегодня. Вот это одним днем пишется. Фактически. Как раз таки из-за того, что я уезжаю в отпуск. И чтобы моим немногочисленным подписчикам, которых на данный момент аж 20 штук, было что смотреть, вот, приходится записывать. Мы же не будем, как некоторые ютуберы, пропадать на полгода и не оставлять никаких видосов. То есть не будем. Так. Значит, забор мы будем строить снизу. Это я уже решил. Так, этого убираем. Где он есть? Давай снять. У меня две канистры с бензином, да? Так. В обе руки одень. Ну чё, поехали. Ты, конечно, молодец, хочешь есть, но терпи. Забор не достроил. Придется сейчас достраивать. Придется достраивать сейчас. На самом деле, металлический забор, вот банально, металлический забор из, ну, металлопрофиля, допустим, реально вот сделать, ну, на 10 соток где-то, на площади в 10 соток. Это все дело сделать можно за 2 дня, ну, 2,5 дня. И то основная работа там будет заключаться в том, чтобы бетонировать сначала столбы, потом варить это все дело, ну, я имею в виду перемычки эти, к которым лист будет крепиться. Вот, как-то так. По крайней мере, в одного я такую работу делал, доводилось. Так. Так, так. Здесь у нас что? Ну, блин, здесь надо сейчас закрыть и взять веревки. Просто взять веревки и довести до ума. Вырезать забор этот. Ворота, вернее. Блин, бревен не хватает катастрофически. Сколько вас тут? 20-ки не будет. Двадцатки не будет, это плохо.
17, да? Ну чё, в обе руки. Давай пилить. Снять. Так, тут их 4. Спать захотел. Ну, молодец. Терпи. О, кто-то орёт под окнами. Кто-то под окнами орёт. Даже не под окнами, а где-то на соседней площадке. Так, давай топор в обе руки. Так, нет, нет, нет. Вырвать куст. Вот, это правильнее будет. Теперь взять в обе руки. Ошибки, видите, пошли. Вот за это я моды и не особо люблю. Когда идут ошибки, это значит, все, хана почти. Почти приехали. Так, давай здесь. Ну, вот здесь где-то будет у нас выезд. Здесь я пока оставляю это дело. Надо два бревна взять. Будет у нас одно бревно есть. Веревки. Так. Веревки сюда, молоток, ножовка, да? Трудно сдвинуться с места, ну ничего страшного, терпи. Так, прекрасно. Надо сейчас еще одно бревно взять. И вырезать здесь ворота. А потом пойти уже с той стороны напрямую. В крайнем случае лишнее разберем. Блин, как же далеко. Ладно, окей. Нету ничего. Нет, придется туда аж идти. Придется идти аж вот сюда. Забирать вот эти вот деревья. Тут один из подписчиков, Владимир. Как начинали с ним это играть. Вот реально, если бы таким надоедливым не был, я бы его не забанил у себя. Вот. Я ему задал вопрос, мол, дерево надо будет брать где-то, как-то рубить. Он, леса полно. Вот попробуй, выруби вот этот весь лес. Это нереально практически. То есть вот я вожусь с бензопилой с этой, да, там на том серваке была и бензопила, все дела. Но тем не менее, это почти нереально. Вот в одного эти все манипуляции провести. То есть это почти нереально.
Так, скоро будет третьего уровня. Строительство. Ну, в принципе... Не все так плохо. Мы сейчас прокачаемся. Надо будет проверить эти... Так, тихо, обходи давай. Грядки еще. Так. Так. Два бревна все-таки. Все-таки ты их не видишь здесь, да? Сможешь забрать? Не сможешь. Окей. Ладно. Давай делаем так. Построить стену. Стена бревен. Делаем вот здесь. Так. Делаем вот так. Теперь. По-прежнему одно бревно. Так, давай берем топор в обе руки. Это дело мы вот так скидываем. Даже не топор, а возьмем вот так. Снять. Так. Давай. Три бревна ты можешь взять, да? Ну, нормально. Пила, молоток, отвертка, веревка, три бревна. Так. Во. Вот это вот то, что нам нужно. Так, открыть ворота. Забираем вот это. Ага, не можем забрать, да? Забираем, я сказал. Скидываем. Так. Взять в обе руки. Скидываем вот это вот дело. И надо вот это вот все дело подобрать. Даже не то, что подобрать. Блин, я делаю немножко неправильно. Ворота-то я правильно сделал. Но тут придется выпиливать все. Ворота вот отсюда надо вести. Просто вот брать... Вот здесь вот где-то ставить это все дело и выводить. И никак иначе.
Так, ладно, давай ставим максимально большой уровень, надо забрать. Вот ставим прямо вот здесь. Стена из бревен. Вот так. Там мы разберем. Пусть пофигу. У нас другого выхода просто нету. А пока вот прям вот сюда залазим. Взять в обе руки. И поехали. Другого варианта просто нет. Единственное, в сон тебя клонит. Сейчас тут повырубаем. Дерево будет. Уже будет хорошо. Уже будет хорошо. Так, давай заходим вот сюда. Ну. Эту я пометил, где надо делать. Ну, давай. Отлично. Отлично. В принципе, мы сейчас вот этот лес вырубим здесь. Дерево у нас будет полно. Забор, вот эту половину сделаем. Ну, это долгострой. Я, наверное, вне записи это все дело попилю. Вот. А может и записывать буду. В любом случае мне нужны видео на период, скажем так, моего отпуска. И так или иначе. Так, ладно. Окей. Давай, давай, давай. Заправил полностью 54. Ну окей. Пятьдесят четыре, так 54. А нам ведь нужно место еще и для этого. Как он называется-то? Шахта. Делать шахту. Еще с этими вещами разбираться нужно будет. Так чисто ушел отшельник. Я не знаю, что там будет сейчас это в городе. Ну, что ты не рубишься? Во. Ну. А,
На одно дерево. На одно дерево. Ладно, сейчас будем пытаться заправлять. Будешь ты заправлять вот в таком формате? Ага, тебе надо канистру скинуть где-то. Понятно. Ты у нас тупой. Так, для бензина скинули. С бензином скинули. Давай заправлять. Тридцать, сорок. Ну, на самом деле, не прикольно вот так вот. Почему он не заправляет полностью это все дело? Для меня остается, например, загадкой. Огромной причем. Загадкой. Так, это скинуть. Так, отправить тебя поспать, потому что ты сейчас упадешь нафиг, да, в обморок. Ну, у нас здесь теперь светло, красиво. Расширяться вот в ту сторону будем. Так, давай, друг. Фиги, киви. Ананас, апельсин. Так, я понял. Груша. Так, съесть полностью. Давай съедим. Блин, надо делать эти... Так, съесть полностью. Давай скинем. А еще надо вот эту вот хрень скинуть, чтобы я ее не таскал с собой. Так, а что я скинул? Я, по-моему, до хрена всего скинул. Да? Да, я до хрена всего скинул. Давай забирай обратно. Сейчас попьешь. И пойдешь спать. Давай пить. Пей и спать. Закрылся. Да, спать. Ну, не все так страшно, не все так плохо. Давай отсыпайся, в 9 часов проснулся, молодец. Попей, давай. Пить, побежали. Проверять. Да, собираем. Семян нету. Собрать. Помидоры еще не готовы. Так, эти оставим. Так, картошка. Информация. Полита, текущая фаза роста неизвестна. Ну окей, ладно. Фермерство. Фермерство тоже, наверное, следовало бы прочитать информация. Потому что, ну, такое это. Так, давай сюда разгрузим. Редиску.
На самом деле, до хрена этого дела у нас. Так, интересно, а плащ? Я плащ, по-моему, забирал. Надеть. Ага. Плащ помогает. Ну, сейчас посмотрим. Давай взять в обе руки. Ну, что я могу сказать? Нормально. Сейчас мы спилим все это дело. Много, конечно, пилить. Но... Оно, я думаю, того стоит. Да, но нам придется капитально так тут строиться. Не хватит мне этих деревьев. Совершенно не хватит, потому что я уже вижу. Придется выпиливать тут прилично так. Придется прилично выпиливать, чтобы это все дело построить. Ну, выпилим, построим. Что еще делать? Больше ничего не остается. Такая уже ты игра. Блин, вот эти елки. Поймал. Так, тихо. Так. И вот это, вот это, вот это, вот это. Все. Нет. Бензина. Бензин, конечно, улетучивается с этой бензопилой очень и очень быстро. Канистра для бензина. Давай сюда же скидывай. С бензином. Давай сюда. И вот это вот дело снять. Ошибка очередная, вот это, ну, чтобы народ видел, говорят, ошибок нет. Нет ошибок, мол, все работает. Оно, может, и работает, но ошибки, тем не менее, есть. Вон, 10... При заправке вот возник какой-то конфликт. Этот конфликт сейчас ну никак ты его не это не уберешь, не исправишь. Вот при всем желании
Вот. И это зомбоид по факту. По факту это зомбоид. Как ни крути. Сейчас мы с самого низа вот отсюда будем носить вот сначала сюда. Потихоньку, помаленьку будем достраивать. По чуть-чуть. Ну, будем надеяться, дерева хватит и не придется пилить еще. Потому что что-то у меня нет такого желания. Абсолютно. Сейчас, кстати, дальние самые надо в первую очередь, потому что за ними потом бегать вот так в перегрузе радости не особо много. Так, ну в эту сторону я сейчас, наверное, так, несколько штук поставлю, чтобы наверняка. Вот, а теперь идем в ту сторону. Вот, но остальное я, наверное, сделаю за кадром, потому что и так серия у нас монотонная получается. Я думаю, забор я все-таки дострою, а там будем посмотреть. А там будет строительство, точно такое же нудное строительство, собственно говоря, дома. И надо будет думать насчет бензина, еще оставить бензин по максимуму, причем оставить, так как выехать отсюда мы уже нормально не выедем. А выезжать придется, так или иначе. Так, что я делаю? Я туплю, это я знаю. Так. Вот так. Ну а с вами был Штопор. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рекомендуйте. Всем пока-пока.